Свет в окнах Национального художественного музея в эти выходные горел допоздна. В Якутске в пятый раз прошла Ночь искусств. Музейное пространство погрузилось в эпоху социализма. В этом году мероприятие посвятили столетию Октябрьской революции. Масштабная всероссийская акция объединила людей разных интересов и возрастов. Не спала по долгу службы и Саргалана Федорова. Добровольная культурная бессонница в Якутске началась с 8 часов вечера. Собрались любители музыки, литературы, кино и живописи. Творческие встречи с художниками, мастер-классы, экскурсии и квесты. Выбрать было непросто. Организаторы подготовили познавательную диалог-экскурсию по выставке «Доска почета», посвященной героям социалистической эпохи. Картины отражают дух социализма. Так рядом с лаконичным цветовым и композиционным решением, индустриальным плакатом Александра Дейнека «Механизируем Донбасс» органично соседствует полная стремительной динамики работа Виктора Корецкого «Мир победит». Гости музея также послушали лекцию «Возвращение к родному народу» или рассказ о трех якутян, встретивших революцию 1917 года. Интересные экспозиции, картины, все очень нравится. И понравилось, что пришло много молодежи, ровесники, одноклассников встретили. Мне больше понравились вот эти картины с Аргалитом и Темпером. И они кажутся как будто живыми и очень реальными. Интересно было всем, даже самым маленьким. В детской зоне прошли мастер-классы от мастерской художника «Арт Холл». Традиционно работал и якутский арбат. Все желающие запечатлеть себя заказали профессиональному художнику портрет. Тут очень много интересных картин, которые соотносятся именно с этим временем, с духом начала революции, советского периода, и это очень красиво. Желающие путешествовать лишь в настоящем времени побывали на встрече с народным писателем Николаем Лугиновым и представителями объединения «Тылкагата». Любители музыки насладились произведением музыканта Егора Ефимова, написанным в жанре неоклассики в исполнении струнного ансамбля «Арка Арктика». Вдохновившись живописными и музыкальными шедеврами, участники посетили арт-кафе, где состоялась презентация якутского чая «Кучу чай». Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, НВК Саха, Якутск.